В Анапе прошел благотворительный забег в поддержку студентки анапского филиала МПГУ Елены Балышевой, которая сейчас нуждается в дорогостоящей реабилитации. Девушка в этом году должна была с отличием окончить университет, но 1 января попала в серьезное ДТП на Керченском мосту и находится в тяжелом состоянии. Любители легкой атлетики вышли на старт на Театральной площади. К акции присоединились Федерация бокса, курорта и медиакомпания «39 канал». На старт вышло более 50 спортсменов. Ну, мы поддерживаем именно спортивный образ жизни, плюс здесь благотворительный забег, два в одном. И то очень важно, как именно для меня, для жителя нашего города. Будем делать так дальше. За время забега волонтерам удалось собрать около 100 000 рублей, которые будут перечислены на реабилитацию Елены.